Здравствуйте, мои любимые девочки и мальчики. Сегодня 8 марта. Я поздравляю еще раз всех моих любимых женщин, моих подписчиц с этим праздником. Девочки мои, женщины мои, подруженьки мои. Желаю вам всего-всего в этот день. Да и не только в этот день, а всегда. Что я сегодня делаю? Я сейчас жду одну из моих подписчиц. Я сегодня встречаюсь с женщиной, которая у меня была все время тоже на канале и писала мне комментарии. Зовут ее Лариса Чайка. Вы все многие видели, наверное, когда она пишет комментарии. Она позвонила мне вчера. Нет, она мне не позвонила. Она мне написала в личку, что «Наташа, давай мы с тобой встретимся». Она живет где-то пару часов от нас. И вот я с удовольствием встречаюсь с ней. Сейчас, в данный момент, она в любую секунду позвонит, подъедет, и мы поедем. Возьмем Гузаль. Кстати, Гузаль от меня переехала. Я уже живу, по-моему, 4 дня одна в комнате. Гузаль сейчас, в данный момент, переехала и живет с дочкой, с Кристиной в одной комнате. И поэтому я жду другую румейт, так скажем, уже знаю кто, потому что это тоже одна из подписчиц, приезжает в школу, мы уже там переговорили, и вот она приезжает, по-моему, 11 марта. Так что все, оставайтесь с нами, надеюсь, будет интересно, люблю всех вас. Ну вот, друзья мои, подружки, девочки и мальчики, встретила меня моя подписчица Лариса Чайка. Мы сейчас сидим в машине, и посмотрите, какой вид. Мы выезжаем в Сан-Франциско, очень красивая такая гора. Лариса, скажи, я не знаю, что мы видим. Скажи. Что сказать? На камеру не умею говорить. Ну ты же, я тебя не буду показывать. Она не хочет показываться на камере, но вы будете ее слышать сегодня целый день. Она такая смешная. На Ломбард-стрит. Это гора самая крутая в мире. Так. Вот именно этой горе проедемся. Она очень короткая, но очень крутая. Да. Вообще Лариса очень смешная. Она много знает шуток всяких. Мы там едем, у нас прям так нам весело. Вы посмотрите, там посмотрите, там кто-то живет, это апартменты, что ли, какие-то на горе. Да, это. Сегодня первый раз мы въезжаем в Сан-Франциско, так скажем, с гидом, потому что мы с Гузаль как едем, потыкаемся в углы, как эти котята слепые, и уезжаем, ничего не знаем. А тут сегодня нам Лариса покажет. Очень мало, не совсем там покажет все красоты. Не, я и подумала сводить вас в ресторан Stinking Rose, Вонючая Роза, но Боже. Там... В центре как-то там неудобно к нему подъезжать. Угу. Мы, может быть, ограничимся русским бейкери. Ты знаешь, Лариса, куда бы ты нас ни повезла, мы вообще не пики, так скажем. Мы рады, куда только бы нас не повезла. Так что вот, оставайтесь с нами, будет интересно. Ну, конечно, мы не забыли взять с собой красавицу Гузаль. Вот ресницы наклеила? Ну, ресницы, ну все, больше ничего не надо. А это вот Ларисы подружка. Дело в том, что... Как вас зовут опять? Лиза. Лиза. Вот мы с четвером едем все на Exploratory Testing. С праздником, да. Девочек всех поздравляем. Девочки, скажите всех с праздником. Я уже поздравляю. С праздником, с женским, чтобы мужчины любили. Чтобы денег было. Чтобы морды не били. Нет, лучше пусть на руках носят. Да. Чтобы морды не били. Да. А руках. Это слишком. Вы посмотрите, это Сан-Франциско. Посмотрите, какая красота. Боже мой. Вот это вид. Бэй Бридж мне сюда, сори. Да. Слушай, ни одно Майами. Да куда бы не ехали, красиво и ладно. Посмотри, какая красота, боже мой. Ну, Лариса, вообще, какая ты умница, что ты мне позвонила сегодня. Вообще приятно, конечно, видеть человека, который смотрит твои видео, все про тебя знает. Так классно вообще. Мне ничего про себя рассказывать не надо, рассказывай, Лариса, про себя. Здесь, конечно, страшные трафики. Каменные джунгли. Да. Я, конечно, все равно город, вот когда такой большой, он
я не знаю, вот этим своим величием так прям давит, какой-то страх появляется. Я не знаю, вот даже как объяснить. Не пойму, он вроде как и не включил поворот и едет наполовину у меня. А там еще уже красный. Да, здорово, конечно. Ногами столько-то не пройдешь, конечно. Нет, очень тяжело. На машине. Очень тяжело. Только не увидишь. Здесь очень много. Здесь ужасно ездить, это Сан-Франк. Капец. Вы посмотрите, это просто посмотрите, это отвесная стена, на которой стоят машины. Ну это, конечно, еще не ломбард стоит. Нет, еще. Ну, а та еще выше, что ли? Ну да, та. Ну та. Нет. Ну она такая же. Ну, крутенькая, ну. Да. Ну, что нас привело туда, куда надо. Вот в чем вопрос. Это не город, это горы какие-то. Как это в этом? Карнавальная. Нет. Ночь? Нет, не карнавальная ночь. Муравьева-то. Муравьева. А в каком фильме? Карнавал. Вот каком. А. Она там на роликах ездила и говорит. Чубочка. А что такое висит? Смотри, какие-то книжечки или что там? Looks like. Видишь? Такие фонари, как книжки. Да, фонари. Давайте, ребята. А вот этот ресторан, про который Лариса говорила, называется Stinking Rose, то есть вонючая роза. А почему вонючая это? А что там? Все чем с чесноком. Корм? А, да, все с чесноком. Даже мороженое. Очередь. Видите, вот это на ту улицу. Боже, вы только посмотрите. Мы прям на американских, на роллокостерах. Вот это вот. По-моему, вот здесь вот на трамвайчике-то мы и ехали. Ну да, вон сзади нас трамвай идет. Да, да. Мы должны успеть удрать. И вот эта дорога, Ломбард-стрит. Вот как мне теперь? Она идет каким-то серпантином, что ли, я не знаю. Как туда? Ребята, там надо наверх. Тут все вот нарушают. Нам туда нужно. Где же этот ломбард? А? Не проехать бы нам, слышишь? Ну. Слушай, а там-то смотри, какое вообще чудо. Как туда заехать, а? Поворачиваем направо. Ну вот, дорогие мои мальчики, девочки, въезжаем сейчас мы на известную... А вон та тюрьма, которая сидела, да. Аль Капоне или как? На известную Ломбард-стрит. Поворачиваем, вы посмотрите, боже мой. Ой, сердце-то бы не разорвалось еще у нас. И вот она вот так вот движется. А как вот здесь люди живут? Посмотри, он стоит. Да, вот тут вот живут люди, представляете? Как у него машина стоит. Да. Нет, не это для них обычная будни ездить по этим дорогам. Конечно. Смотри, как цветут эти красивые. Как да. Магнолии. Магнолии, как розовые. Это называется. Не боюсь. Я сам боюсь. Посмотрите. Здесь. Боже, какая красота. Она здесь все цветет. Очень красиво. Красота.
хватает, а такие фотографии могут быть красивыми, да? Я надеюсь, вам всем видно, потому что я снимаю, ну, я, знаете, что, я музыку поставлю. Потому что ветер, а в камеру сейчас шумит. Здесь можно интересно. Выйти. А там внизу справа поезд заеду, где-то стану. У тебя есть фотоаппарат? Нет, у этого луза. Только, ну, хорошо знает. Вот вы видите, все стоят с фотоаппаратами. Все снимаются. Лариса нам дала выйти. И вот, пожалуйста, эта дорога. Вот, пожалуйста, это она, Ломбард-стрит. Ну что, пойдем уже, поднимемся чуть-чуть. Ну, снять себя на фоне Ломбард-стрит. Не знаю, что там видно, но просто супер. Вот такой вот вид открывается с этой улицы. Здесь можно и по ступенькам спуститься, и на машине, как мы только что это сделали. Все фотографируются. Да, вы посмотрите, друзья, в какой красоте и в каком уникальном месте мы находимся. Это же просто невероятно. Вот он наш Ломбард-стрит. Не наш, а известный Ломбард-стрит. Ой, не знаю даже, что и сказать-то вам. Дух захватывает, так скажем. Проехались вниз на машине, и было немножко страшновато. Народу здесь столько, что, конечно, уже не будешь ждать, когда кто-то идет сниматься, а никто не ждет никого. Как могут, так и снимаются, так и фотографируются. Вон, пойдем посмотрим там. Смотрите, какая красота! У нас сейчас с тобой вся камера на Ломбард-стрит идет. Потом ничего не будет. Даже не знаешь, как показывать эту улицу. С какой стороны, как ее лучше показать, я не представляю. Уже как получилось у меня. Но я думаю, что все знают и могут погуглить, что такое Ломбард-стрит. Здесь мы были, здесь мы все трогали, ходили. Вот, пожалуйста, вам доказательство. Так вот ездят машины. Представляете, я все думаю, господи, кто-то здесь живет. И вот каждый день это все туристы, туристы, туристы. А сколько же стоит такое помещение? Маленькая-маленькая клетушечка на Ломбард-стрит. Я даже боюсь подумать. Боже мой, тут упадешь, прям покатишься, как колобок. Честное слово. Не остановишься. Какая же красота. Вот она, Калифорния. Нигде в мире такого, наверное, нет. Такой красоты. И вот мы спускаемся к машине. Лариса нас там ждет. Прости нас, Лариса. Лариса говорит, вы только недолго, потому что она там припарковалась. Но она, правда, от машины не отходила. Она припарковалась, там нельзя парковаться. Вот сними вот это дерево, кукушкины слезы. Кукушкины слезы, пожалуйста. Смотри, какое огромное дерево. Я первый раз вижу, чтобы оно вот такое большое было. Дальше. Вот, пожалуйста, все. Тоже вход. Живут люди. Прям напоминает Гадфада, Крестного отца. Да, здесь спускаться-то, знаете, я вам хочу сказать, очень круто. Надо очень осторожно. Зубы быстренько вылетят.
Я не знаю, передается ли это на камере, но это вообще просто беда какая-то, взрыв мозгов. Вы посмотрите, мы просто по отвесной скале едем, по отвесной стене, я не знаю, как можно, как угодно ужасно назвать. Ужасно, но это вообще. Я тут вроде с телефоном занялась, а Лариса говорит: Наташа, я как посмотрела, мне, о, вот это да. Вот это да, конечно, Сан-Франциско. Я не знаю, есть ли такой вообще город на свете еще, как Сан-Франциско. Нету. Наверное, сейчас нету. Еще ниже. Еще один раз мы сейчас спустимся, и нам потом налево. А куда мы едем? В русский ресторан? Ну, мы едем в русский магазинчик. Представляете, едем в русский магазинчик. Да. Называется Москва, Тбилиси. Я не знаю, если передается ли, говорю, на камере. Это да, но это не такая крутая, как когда была. Когда этого было, да? Поворачиваем налево. Не знаю. Нет, нет. Ну да, мы уже доехали до русского магазина, но вот не можем найти парковку, поэтому мы катаемся туда-сюда, ждем, когда кто-нибудь наконец-то наестся, может, и выйдет из магазина. А вот, и там вот я, мне Лариса сказала, что церковь наша православная стоит, но мы еще туда подъедем обязательно. Очень красиво. Гастроном. И вот, дорогие мои друзья, мы подъехали, мы искали парковку. Лариса, сколько мы времени искали парковку? Ну, наверное, минут 40, наверное. 40, да. Мы ездили вокруг, все ждали, когда кто-нибудь выйдет. Это было очень томительно, но ничего, дождались наконец. И вот идем, Гузаль там нас уже ждет, и Лиза нас там ждет. Она парковку держит. Да, а Гузаль парковку хочет там держать. Кто якобы выйдет, она сейчас говорит, встану и буду стоять. Но, слава богу, ей этого не пришлось делать. И вот, пожалуйста, Russian Bakery. И мы идем сюда что-то попить, поесть. И вот, пожалуйста, магазинчик небольшой. Всякие салатики, борщики, пирожки. Все, пожалуйста. Пожалуйста, пирожки всякие. Безе, смотри, какое огромное безе. Если сравнить своей рукой, вот такой безе. Там вот они пекут. Вот, пожалуйста, православная русская церковь. Есть у него название церкви? Да, сейчас увидим. Russian. Russian написано? Ну да, Russian.
Вот мы едем по этому району, как он называется? Гири-стрит. Не знаю. Русский район. Зарождался он русскими, то есть русские его создали, начинали. И вот мы по нему едем. Здесь их очень много живут. Девушка идет. Русский, ну как же не русский, ну, когда русский. Куражечки. Вот Лариса сказала, что Михаил мне говорил в видео, да, про этот, про этот Кирилл, да, потому да, что да. Он мне сказал, я это не помню. Да, я сказал, что. Вот я помню, что он сказал русский район, а вот мы как раз здесь. Так что, Михаил Портнов, вам привет. Лариса, хочешь привет передать Михаилу Портнову? Только... Ну вот скажи. Ой, да, очень смотрю, очень уважаю. Люблю, не буду говорить. Ну а что, его все любят. Очень, и я его люблю. Очень-очень-очень интеллигентный мужчина. Жду встречи. Give me hug, как он сказал. Да. Хагов у него предостаточно для всех. Он любвеобильный. Он дарит налево и направо хаги. Никогда не видела его. Ну да. Ты еще понимаешь, так в таком тумане. Кстати, это конец край света. А вот здесь называется Land End, то есть край света. Ну вот машину показывай. Пожалуйста, будет парковка. Вот мы подъезжаем к краю света, к краю земли. Как ой, здесь сколько ездили. Много народу. Ой, это так. Все хотят постоять на краю земли. Ну, правда? Да, вот это край земли. Конец. Да, не конец света. Если бы земля конец, никто бы сюда не пришел. Ай, точно, это край земли. Сейчас мы подъедем. И вот находимся в таком вот красивом, необычайном месте, где заканчивается земля. Давайте посмотрим, где обрывается земля. Ой, как красиво. Конечно, здесь нужно куртку, пальто или что-то, потому что очень холодно. Вот, пожалуйста, вам картина на календарь. И вот она находится, земля обетованная. Конец ее за моей спиной. Вот заходим сюда, с этой стороны. По-моему, я так поняла, что настоящий-то конец земли именно здесь. Поэтому мы идем, посмотрим, где он там обрывается. Так. Вот посмотрите, мои любимки, где мы находимся. И можно ли оценить словами, можно ли описать словами ту красоту, которую я вижу сейчас. Я не знаю вообще, донесет ли до вас это моя камера. Ну, конечно, нет, потому что, когда смотришь глазами, оно совсем по-другому. Ну, хоть что-то я вам покажу, потому что это такая красота.
Очень здесь красиво и очень здесь хорошо. Не видно мне, там солнце так светит, что я не вижу, где даже картина моя. Не знаю. Сколько раз я буду это снимать, и мне кажется, этого никогда недостаточно. Какая красота! Вот, пожалуйста, девочка сидит тут, пишет какой-то конспект, сидит, любуется красотами. Как же можно этим не любоваться? Ну вот, немножко мы отъехали от этого места Land's End. И вот, пожалуйста, мы находимся на пляже. И какой же он здесь широченный в этом месте. Это же уму непостижимо. Посмотрите. И даже есть люди, которые загорают. Хотя на улице вроде как и не жарко. И вот здесь вот так вот. Такой вид. Видите, как такая скала. Очень напоминает South Dakota, куда я ездила смотреть на Beatles. Вот такой вот океанчик. Люди здесь гуляют, песочек такой. Даже у нас во Флориде нет такого широченного пляжа, как в этом месте. Это просто что-то. Прям Бродвей какой-то огромный. Я не знаю даже, как сказать, даже какой там Бродвей. Просто вообще город. Вон ветряная мельница. Огромное. Там, наверное, Дон Кихот снимался. Господи, я хочу вам сказать, а это, где мы находимся, называется, наверное, вырви глаз. Посмотрите, что у меня под ногами. Вы посмотрите. Тюльпанное поле. Здесь люди гуляют и лежат, и не знаю, вот посмотрите, пожалуйста. Прямо у ветряной мельницы. Вот такое вот чудо. Вот эти вот тюльпаны везде. Неужели я это вижу своими глазами? Гузаль, как ты думаешь? Гузаль уже стоит, представляет, какая фотография будет у нее. Ну что, давай с тобой сфотографируемся? Давай сфотографируемся. Видите, как спят сладко. Какое же это райское место. Ларисочка, спасибо тебе большое, милая, что ты нас сегодня свозила везде. Познакомились мы с тобой. Говорю, и она в машине сидит. Ну, она послушает. Не пошла она сейчас. Она здесь была уже много раз. Вот посмотрите, какой цветник. Какая прелесть. Люди отдыхают. Я не знаю, зачем. Я думаю, что даже объяснять тут ничего не надо, а просто смотреть, смотреть, смотреть. Решила я походить по этой травке. Травка, посмотрите, какая вообще обалденная. Решила снять все-таки это с этого вида. Тут тоже люди сидят, отдыхают на лавочках. Ну как, сядем и мы на лавочку. О,
Вот такой вот вид отсюда, с этой мельницы. Вон, естественно, наша гузаль. Очень романтично вот так прийти сюда парочкой, отдохнуть. Цветами пахнет, я уже просто даже и не говорю, по-моему, это не надо говорить, потому что нарциссы, тюльпаны, еще тут какая-то комбинация цветов делает запахи просто непередаваемыми. Видите, как парочка пришла, вот они укладываются, сейчас сядут, и все, и будут лежать, отдыхать. Вот, пожалуйста, перед нами едет троллейбус. А вы знаете, что здесь есть трамвай, и есть один русский трамвай, который здесь ходит, да, здесь с каждого, ну, не каждого, но многих стран трамвай. И есть русский трамвай. Нет, не знала. Помнишь, мы с Брукманом? Не, ну, мы, да, кстати, мы вот расскажем. Когда поехали. А мы на трамвае, что ли, ехали? Да. Ну да, она говорила, что разных стран. Затем про русский не говорила. Налево. Oh my God. Она говорила, что собранный трамвай сразу. Что, друзья мои, до сих пор мы все едем и едем. И куда же мы сейчас едем? Лариса, куда мы? Голд Гейт? Да. Или как? Голд Гейт Бридж. Едем на этот мост, на самый известный. Откуда видно весь Сан-Франциско, или я ошибаюсь? Нет. Нет, это не тот? Не виден, просто. Но там какой-то вот есть этот морячок, с которым надо сфотографироваться, мне сказали. Он очень известный морячок. Угу. И если с ним фотографируешься, будет удача. Наверное, удачно выйдешь замуж. Ну, не надо. Ну, в общем, очень хорошо, весело проводим время и пытаюсь вам показать, куда мы заезжаем. Надеюсь, у меня это получается. Может, и правда туда нужно? Как ни крути, ты должен повернуть, и все. А все, крутимся и крутимся вокруг одного пятачка. Пусть это... На Фултон-стрит, направо сказала. А если вы заметили, мы помыли окно в машине. Посмотрите, теперь мы видим, где мы находимся. Ну, как обидно. Вообще, Лариса у нас... У Ларисы... Вообще, у Ларисы фамилия Чайка, но я думаю, у нее фамилия Шумахер все-таки. Она так водит машину, так она разворачивает ее. Просто, как я делала видео, помнишь, что... А в Монтане все водители друг другу звонили, говорили, она выехала на дорогу. Да, да, да. Вот здесь происходит то же самое Франциско. Сан-Франциско. Как только Лариса выезжает на дорогу, они все друг другу делают пейджики. Говорят, выехала, осторожно. Да, 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 да. Она тут так разворачивается у всех перед носом. Ого-го. Красный, у меня Винни вообще стоит в сторонке, курит нервно, если бы он увидел. Голд. Но это еще не Бридж. Все равно вот там вон были туда такие парк. Ворота. Вот это здесь этого парка мы выехали. Представляете, какой круг мы сделали? Да. Вот здесь мы были. И вот мы едем на этот Голд Бридж. А посмотри, сколько
машин. Ну, это же парк. С той стороны. Вот это они все едут, вот это как. Да. Вот там, где мы были. Просто поражаюсь. Что нас так вело в зале? Я не знаю. И куда же это мы? Ну, вот это все туда же. Мы сейчас выйдем. Это на мы все туда же. Вот сейчас выйдем на фрегат. Боже. Мы подъезжаем к Золотому мосту. Golden Bridge. Через полмили переставайтесь направление А101 курс. Мы подъезжаем все ближе и ближе к морячку. Нам 101 норм. Да, красота, конечно. Такая краснота, что, красота в том, что просто до страшноты, так скажем. Неописываемая ни одними словами. Вы посмотрите, опять открылся вид. Смотрёшь. О, вы посмотрите, посмотрите. Здесь а где этот морячок? Ну не здесь нам придется ехать. Мост Золотые Ворота, товарищи. Такие вот там домики. Можно, нельзя, я еду. Так, у меня, наверное, подойдет. Вот мы заезжаем на этот мост. А почему называется Golden Мост? Ты знаешь, Ларис? Я сейчас стояла и думала. Я читала историю. Ну, сказать и без понятия. Ну, думаю, сейчас подписчики сейчас мне напишут всю историю. О, да, сейчас напишут. Потому что я стояла и думала, сейчас буду снимать мост, и даже мне не рассказать, почему называется Golden. Как-то стыдно, но не знаю. Не подготовлена. Я читала, но... По-моему, это связано с тем, что здесь вот это золото мыли. Но не буду утверждать. Да. В Сакраменто что же есть Golden Мост, Golden Bridge? Нет, там есть место, старый Сакраменто, пожалуйста, где и можно даже заплатить деньги и помыть золото в Сакраменто. Мост там тоже не сик называется, тоже Golden. Ты была там? Я там была, но уже Golden Bridge, не знаю. Как красиво, правда? Очень красиво. Я хочу снять это все от начала до конца. Очень красиво. Мои мальчики и девочки едут вместе с нами и смотрят. Да, здесь пешком можно вот гулять. Люди гуляют. Да. Послушай, это... посмотри, какая дорога. Да, вот это там дорога ведет в Сан... Боже, ну это страшная Сан... дорога. Сан-Салинас. Представляете, там ехать. Там очень красивый город. Яхты. Он такой маленький, там такие магазинчики маленькие, в котором всякого такого безделушек всяким навалом. Да. Тут купили какой-то магнитик. Вон, смотри, стоят люди, вот это видят. Где? Очень красиво. Вон наверху. А,
людишки. Там тоже людишки стоят. А вот мы приближаемся, по-моему, здесь должен быть этот... Морячок. Морячок. Он, по-моему, вот я вижу. Это известная статуя, или как памятник. Да, она, по-моему, не одна в мире. Да. Всемирно известный морячок. Сейчас мы сюда свернем. Морячком, и теперь я не удивляюсь, почему нравится ему это место. Посмотрите, он каждый день смотрит на такую красоту. Конечно, он не уйдет отсюда. И девушки его обнимают. И девушки его обнимают и позируют. И что только, а он стоит, ни на кого не смотрит. Боже мой, какая красота! Смотрите, вот там, сейчас вот этот островок сниму, да, вот этот островок, это тюрьма, где сидел сам Аль Капоне, вот эта тюрьма. С каких только ракурсов не снимет блогер, потерявший телефон. То не кадр, то красота. На самом деле, прям вот хоть все снимай. А батарейки-то у меня не вечные, товарищи. Да еще забыла и зарядить, когда мы ездили в ресторан. Думала, в ресторане заряжу, но так проголодалась, что кроме еды ни о чем не думала. Ну и, конечно, как Марфа все пропустила опять. Ну ладно, наверное, и так много уже поснимали. Вон, посмотри, тоже опять какой вид. Опять где я нахожусь, посмотрите, я не знаю просто, как описать красоту, которую я видела сегодня. Это называется Palace of Fine of Arts. Я знаю, что здесь выступают и наши тоже, и не только наши артисты и певцы. А Лариса говорит, что они ходят сюда на концерты. И вот наша Гузаль идет. Посмотрите, какие здесь красивые здания. Посмотрите, как здесь красиво. Я вот так разворачиваю. Такие вот колонны. Туда тоже можно идти. Видите, там люди ходят, но мы просто уже туда не поехали. Ну вот, такую красоту я вам сегодня показала. Сегодня называется The Palace of Fine Arts. Чего только мои глаза сегодня не видели. Хорошо, камера есть, а так и не
запомнить все это, столько много всего. Но Лариса нам сегодня, конечно, сделала 8 марта такой, что никогда в жизни не забудешь такой день. Ларисочка наша такая хорошая девочка вообще. Мы сегодня такой хороший день провели, смеялись и шутили, и вообще просто здорово. Ну, а это, конечно, королева Паласа. Вот. Как дюймовочка крутится. Боже, а что ж с волосами-то у меня? Только что посмотрела, думаю, господи, что ж с волосами? Ну вот такая вот красота, опять показываю, находится сзади. Я никак не могу снять. Может быть, мне присесть? Ладно, не обязательно на меня смотреть. Не получается. What is that? Are you a princess? Are you your bride? Huh? Quinceañera. What is that? It's a celebration when a young lady turns 15. Oh, when you're 15. Oh, congratulations. Yeah. I thought you are bride. Oh. Okay, not quite yet. Okay. Они отмечают ей 15 лет, день рождения. Я говорю, я думала, ты невеста. Папа говорит, пока еще нет, еще рано. Ну, понятно все. Ну вот, заканчивается у меня батарейка, товарищи, друзья, любимые мальчишки и девчонки. Вот это проведи вот здесь дома. Но я хочу вам сказать, путешествие было просто замечательным. Еще раз всех девочек с 8 марта. Всех, 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 всех вас люблю. Целую. И спасибо тебе огромное, Лариса. Скажи чего-нибудь, что хоть тебя... Пожалуйста. Любое время. Спасибо, Лариса. Через 0 миль, 1000 футов, поворачиваем направо. Уже попрощалась со всеми. Ну, снимаю теперь телефоном, потому что едем, ну, невозможно не снять-то, ну. Так красиво, посмотрите, вот там вот яхты. Просто очень много яхт.
что было.